новостям о том, потери на фронте. Под Новотошковским подорвались и погибли трое украинских солдат. Участники незаконных вооруженных формирований из БМП обстреляли украинские позиции в Новозвановке. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции. Кроме того, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским солдатам в Новоалександровке. А из стрелкового оружия по КПВВ станица Луганская. Ранен один из украинских военнослужащих. Вражеские подразделения не признают перемирие и регулярно провоцируют украинских бойцов. Более того, они время от времени устраивают бои между собой. Перестрелка была, потом чую прильоти там у них были. Ну, между собой они стрелялись, мы их не рухали. Не знаю для чего, що. Але то часто бывает. И тут заді мене теж, вони між собою бувають, там перекидаються. Нема там серйозних фахівців, майже не хочуть, ну, кумедні вони бувають. Там елементарні відповідь вони там біля себе буває, в них падає. По нас стріляють, а біля них зривається. Стрілкова зброя працює по нас. Ну, нічого, тримаємося. Домой хочемо. Скоро вже через 2 місяці вже год закриємо. Скоро будемо. Мамі, привіт.